Мне точно все это не снится. Мы объединились с русскими, чтобы дать отпор империи японцев. Под наше командование перейдет русский снайпер Наташа, а также некоторая часть советского флота. Я думаю, вряд ли Наташа и Таня поладят. Постарайтесь не допустить конфликтов, но все же ваша первостепенная задача – захватить порт. Япония захватила Гибралтар. С этого плацдарма она наносит удары и по Альянсу, и по русским. Ваше задание заключается в следующем. Уточнить диспозицию японских войск и уничтожить их. Выяснить, где находятся захваченные корабли, и отбить их. Как вы знаете, эта операция будет совместной. Советский Союз согласился выступить против империи вместе с нами. Как и предполагалось, во время операции организовывать взаимодействие боевых групп будут наш агент Таня и советский агент Наташа. Империя захватила стратегически важный порт в Гибралтаре. Операция по освобождению проводится вместе с русскими. Надеюсь, совместно мы сможем отбить этот порт. Ой, детка, вода холодная. Это еще не холод. Я как-то купалась в Лене. Вот это был холод. Ах ты, мелкая. Командир, можно прямо? Ненавижу эту дуру. Эх, Таня. И когда ты только поймешь, мать России рождает самых лучших в мире солдат, а я лучшая из лучших. Эй, в чем дело? Мы польщены, что для войны с империей вам пришлось объединиться. Но даже это не остановит наши войска. Делаю. Обнаружена база. Выполняем. Это все мое. Ох, прости, Таня. Это была твоя добыча? Объект под огнем. Уже она начинает действовать мне на нервы. Вас поняла? Легко. Выхожу. Пристегните ремни. На союзника. Вас поняла? Так точно. Спокойной ночи. Улыбочку. Внимание. Гибралтара замечен боевой робот Владыка Они. Получено выполнение. Будет сделано. Выхожу. И я мигом. Вас поняла. Сделаю. Двигаюсь. Выполняем. Двигаюсь. Объект. Эй, будь, эй, Наташа. Похоже, я лучше тебя. Выполняем. Уже в пути. Выхожу. Так точно. Вас поняла. И я мигом. Двигаюсь. Так точно. Уже в пути. Так точно. Уже в пути. Выхожу. И я мигом. Конечно же, командир. Выполняю. Уже в пути. Приказа больше не имею. Я тут. Объект под огнем. Покатаемся? Спокойной ночи. Уже в пути. Выхожу. Вас поняла. Так точно. Выхожу. Так точно. Тук-тук. Уже в пути. И я мигом. Вас поняла. Уже в пути.
груди. Вас поняла. Выполняю. Двигаюсь. Сделаю. В погоню. Объект под огнем. Вас поняла. Я тут. Выхожу. Так точно. Я тут. Я мигом. Уже в пути. Выхожу. Вас поняла. Пластид заказывали? Двигаюсь. Я мигом. Улыбочку. Под огнем. На союзника напали. Мне нравится. Выхожу. Уже в пути. Пока-пока, я суперпрофессионал. Сделаю. Я тут. Вас поняла. Спокойной ночи. Я мигом. Сделаю. Это мое. Двигаюсь. Выхожу. Двигаюсь. Уже в пути. Выхожу. Я мигом. Сделаю. Тук-тук. Уже в пути. Так точно. Сделаю. Уже в пути. Это будет здорово. Так точно. Выполняю. Я мигом. Сделаю. Уже в пути. И все, враг только один? Это все мое. Тук-тук. Уничтожьте самолет и освободите дорогу. Сделаю. Уже в пути. Я мигом. Я тут. Выхожу. Приятных снов. Вас поняла. Обнаружен противник. Выполняю. Сделаю. Вас поняла. Сделаю. Я мигом. Так точно. Обнаружена база. Уже в пути. Чин-чин. Я мигом. Двигаюсь. Так точно. Уже в пути. Выхожу. Я мигом. Эй, ты, а ну стоять. Так точно. Пластид заказывали? Это будет здорово. Пристегните ремни. Тук-тук. Уже в пути. Пластид заказывали? Объект. Это будет здорово. Выхожу. Я тут. Вас поняла. Двигаюсь. Сделаю. Я тут. В погоню. Выхожу. Я это заберу. Так точно. Задание выполнено. Выполняю. Прибыло подкрепление. Новые постройки. Какие будут приказы? Кого мне назначили в напарники? Хорошо, сделаем вид, что я забыл о том, как вы уничтожили мою базу. Нам ведь работать вместе? Я буду вести наступление на суше. Не путайтесь под ногами, ясно? Эй, смотрите, эсминцы как раз то, что надо, чтобы отбить натиск этих амфибий. Готовы нанести точечный удар. Идет строительство. Получено новое задание. Строительство завершено. Идет строительство. Строительство завершено. Держитесь, бураны на подходе. Доступны новые постройки. Вперед, прибыло подкрепление. Расширен доступ к криотехнологиям. Вам разрешено создавать вертолеты «Буран», способные замораживать противника. Идет строительство. Следуем указанным курсам. Начинайте эвакуацию. Идет строительство. Идет строительство. Вперед, ребята! Строительство завершено. Строительство завершено. Идет строительство. Строительство завершено. Идет строительство. Строительство завершено.
Строительство завершено. Строительство завершено. Строительство завершено. Доступны новые постройки. Идет строительство. Строительство завершено. Строительство завершено. Идет подготовка. Идет строительство. Готов, сэр. Приказывайте. Готов, сэр. Приказывайте. Готов, сэр. Приказывайте. Идет строительство. Они прямо у нас под носом! Как это мило, господа. Заклятые враги бьются спина к спине. Как это мило. Как трогательно. И тщетно. Пора освежиться. Где вечеринка? Уже в пути. Строительство завершено. Пора освежиться. Идет строительство. Займемся делом? Я тут. Выхожу. Обнаружен противник. До встречи. Улыбочку сделаю. Белин с целью произведет. Спокойной ночи. Объект подогнен. И союзника на пальце. Белин к цели произведен. Объект продан. Недостаточно средств. Белин к цели произведен. Двигаюсь. Объект тук-тук. Под огнем. Вас поняла. Не прерывайте связь! Там безопасно. Нужен ремонт? Белин к цели произведен. Превосходно. Руль на себя, на себя! Смоем их! Становись к орудию! Объект продан. Не прекращай огонь! Объект. Там безопасно. Алло, алло! Покормим рыбок! Страж к переброске готов! Идет строительство. Самый полный ход! Какие будут указания? А я только-только привык к воде. Строительство завершено. Обнаружен противник. Идет строительство. Да, сэр. Ладно. Там безопасно. Кого бьем? Это будет здорово. Они здесь. Следуем указанным курсом. Чем вам помочь? На базу напали. Таня, к бою готова. И я мигом. Объект продан. Идет строительство. Строительство завершено. Куда идти? Чем вам помочь? Завершено. Нашпигуйте их торпедами! Идет строительство. На дно их! Чем вам помочь? Я здесь. Двигатели в норме. Ваш звонок очень важен для нас. Строительство завершено. Достаточно средств. Строительство завершено. Чем вам помочь? Таня, к бою готова. Будет сделано. Я тут. Идет строительство. По-моему, он устал. Обнаружена база противника. Сделаю. На так союзника напали. Вас поняла. Недостаточно средств. Выхожу. Двигаюсь. Сделаю. Уже в пути. Где же выполняю. Я готов.
достаточно средств. Миротворец к бою готов. Доложите обстановку. Какие будут приказы? Нас в этой битве, но войну с Империей вам не выиграть никогда. Смиритесь с этим. Посмотрите налево, а теперь направо. Вас на связи. Это ловушка. Мимо нас врагу не пройти. К бою готов. Счастливо оставаться. Ложимся на Новый год. Кажется, я ранена. Вас поняла. Двигаюсь. Эй, ты, а ну стоять. По-моему, он устал. И я мигом. Где вечеринка? Займемся делом? На союзника напасть. Давай вылезай. Какие будут приказы? Укажите цель. К бою готова. Я тут. Так точно. Проложим колею. Посмотрите налево, а теперь направо. Я тут. Таня здесь. Таня, к бою готова. Спасибо, заказывали. Как дела, приятель? В голову. Это будет здорово. И я мигом. Я тут. Так точно. БМП на связи. Аполлон горит. Подрежем им крылышки. Полный ход. Подтянитесь, господа! Где вечеринка? Уже в пути. К бою готов. Кого бьем? Двигаюсь. Сделаю. Обнаружена опасность. Займемся делом? Вас поняла. Приказы. Вас поняла. Следуем указанным курсом. К бою готов. Передышка. Напоминаю вам, командир, вы можете развертывать комбайн-старатель в аванпост на суше и на море. Объект. Мы
прирожденные моряки. Меня обнаружили. Задумали секретную операцию. Какие будут указания? Каков план операции? Готов маскироваться. Ладно. Погода сегодня летная. Что приказом? Точечный удар. Поиграем в кошки в маршрут отхода. Каков план операции? По данным разведки, имперцы хотят ударить по вам с фланга. Будьте осторожны, сэр. Судя по всему, атака будет серьезной. Этот порт принадлежит Империи Восходящего Солнца. Уходите, пока я не разбила вашу армию и не уничтожила вас. Прием, прием. Одну секунду, сэр. Перемещаюсь на дистанцию удара. Привет. Радар зафиксировал приближение имперского флота. Свяжись, да. Нас не собьют, правда ведь? Мы их подбили. К бою готово. Пора освежиться. Лови волну. И амиго. Пора освежиться. Готовы перейти и охлаждение. Пора освежиться. Мы в эфире. Щиты все еще включены, сэр. Так точно. Беллинг цели произведет. Никак нет, сэр. Включенными щитами это невозможно. Беллинг цели произведет. Здесь слишком жарко. Противнику подходит подкрепление. Беллинг цели произведет. Ребята только этого и ждали, сэр. Давай вылезай. На базу напали. Развертывание невозможно. Развертывание невозможно. Беллинг цели произведет. Нужен ремонт? Вы победили нас в этой битве, но войну с Империей вам не выиграть никогда. Смиритесь с этим. Сейчас сделаем. Авианосец на связи. В погоню. Без проблем. Это все мое. В погоню. Без проблем. Объект под огнем. Я это заберу. Вас поняла.
Таня, к бою готов. Взлетная палуба свободна. Сэр, нам нужна помощь. Пора совершить крылья. Авианосец на связи. Это ловушка. Посмотрите налево, а теперь направо. Какие будут приказы? Хозяин морей. Мы прирожденные моряки. Как дела, приятели? К бою готова. Похоже, что нам придется непросто. И в чем дело? Следуем указанным курсом. Займемся делом? Тук-тук. Это будет здорово. Пора на свалку. По-моему, он устал. Где вечеринка? Подожди, я Акула. К бою готов. Что нам делать? Напоминаю вам, командир, вы можете развертывать комбайн-старатель в аванпост на суше и на море. Они прямо у нас под носом! К бою готово! Они прямо у нас под носом! Полный ход! Они прямо у нас под носом! Куда идти? Давай выезжай! Они прямо у нас под носом! Аполлон горит! Они прямо у нас под носом! Следуем указанным курсом! В чем дело? Они прямо у нас под носом! Конечно, сэр! В чем дело? Готов, сэр, приказывайте. Хозяин морей. Что нам делать? Готов, сэр, приказывайте. Скорее отсюда. Следуем указанным курсом. Меня обнаружили. Авианосец докладывает. Авианосец на связи. Мимо нас врагу не пройти. Готовы к бою. Приказывайте. Броня активирована. К бою готов. Летим на базу. Очень рад. Следуем указанным курсом. Готов. По данным разведки, имперцы хотят ударить по вам с фланга. Будьте осторожны, сэр. Судя по всему, атака будет серьезной. Этот порт принадлежит Империи Восходящего Солнца. Уходите, пока я не разбила вашу армию и не уничтожила вас. Готов, сэр, приказывайте. Я тут. Пора движиться. Выхожу. Готов, сэр, приказывайте. Радар зафиксировал приближение имперского флота. Двигаюсь. Готов, сэр, приказывайте. Полный ход. Пора движиться. Будет сделано. Готов, сэр, приказывайте. Уже в пути. Улыбочку. Выхожу. И я мигом. Готов, сэр. Все проверки завершены. Помогите! Что нового, друг мой? А, мне же больно. Похоже, нам придется непросто. Задумали секретную операцию? Готов, сэр. Готов, сэр. Какие будут указания? Они начинайте эвакуацию. Каков план операции? Они прямо на врагу не пройти! Меня засекли! Они прямо у нас под носом! Начинайте эвакуацию! Они прямо у нас под носом! Добрый день, сэр! Мимо нас!
Готовы к бою. Приказываю. Радар зафиксировал приближение имперского флота. Складывает. Готов, сэр. Приказывайте. Пора освежиться. Жду приказа, сэр. Задумали секретную операцию. Приказывайте. Входящее готов, сообщение. Готов план операции. Пора освежиться. Жду приказа, сэр. Готов, сэр. Приказывайте. Что нового, друг мой? Жду приказа, сэр. Добрый день, сэр. Меня обнаружили. Отделитесь, господа. Лучший корабль на флоте. Жду приказа, сэр. Они прямо на подносах. Авианосец докладывает. Они прямо у нас под носом. К бою готово. В чем дело? Готовы применить. Пора. На дело. Начинайте эвакуацию. Задумали секретную операцию? Они прямо у нас под носом! Это ловушка! Цель произведен! Будет сделано! Полный ход! Я безоружен! Кантер 007 играл.
обстрелу! Начинайте эвакуацию. Авианосец докладывает. Ждем приказа. Слушаю вас, сэр. Каков план операции? Меня засекли. Задумали секретную операцию. Сообщение. Тоже играю в эту игру. Где маршрут? Отхода. Не люблю медведей. Извините за беспорядок. Начинайте эвакуацию. Под огнем. Прокладываем курс. Где маршрут отхода? Хозяин морей. Полный ход! Готовы к бою! Полный ход! Давай, давай! Спасти машину! Вот что главное! Готовы начать спутниковое наблюдение. Где маршрут отхода? Как вам мой новый образ? Ну-ка, стой! Хозяин морей! Подскажите, как поиграть через интернет Red Alert 3. Мимо нас врагу не пройти! Держитесь, это ребята! Это пока меня не засекли. Размер Постелитесь, господа! Слишком жарко! Где маршрут отхода? Спасти машину! Готовы к бою! Что главное? Не люблю медведей. Я, господи! Давай, давай! Следуй спасти машину! Курсом. Вот что главное! Самый полный ход! Осторожно, разведка противника! Держитесь, ребята! Готовьтесь к обстрелу! Работаю под прикрытием. Почему я? Господи! Давай, стой!
Прокладываем курс. Я так и знал! Абсолютный ноль. Обнаружен агент противника. Вооружен до зубов. Противник. Уже в пути. В расход. Объект. Я так и думал, что на меня западут. Объект уничтожен. Ждем приказа. Мы прирожденные моряки. Ну, прямо как у меня в лаборатории. Вот так, парни. Похоже, нам придется непросто. Мимо нас врагу не пройти. Какие будут указания? Готовьтесь к обстрелу. Всякий заружен. Ждем приказа. Мы прирожденные моряки. Всякий заружен. Какие будут указания? Хозяин прямо как у меня в лаборатории. Броня активирована. Я просто ученый. Ложимся на новый курс. Ну прямо как у меня в лаборатории. Проверка спутниковой связи. Ну почему я, господи? Что творится с миром? Контакт. Так точно. Вас понял. Еди. С разбегу плюх. А ну-ка, вскипяти водичку. Этот уже успокоился. Я так и знал. Не прекращать огонь. Я так и думал, что на меня нападут. Добавим льда. Кто хочет прокатиться? У меня все окей. Ладно. Вас понял, выполняю. Пора завершить круиз. Сейчас сделаем. Впереди чужой. Отрежем им крылышки. Погода сегодня летная. Посмотрите налево, а теперь направо. Что приказом? Странно это, командир. Может, русские не так плохи? Или, может, они просто чего-то ждут? Отличная работа, командир. Похоже, я недооценил ваши боевые качества. И поскольку вы меня не предавали, я оставлю вас в живых. Входящее сообщение. Улыбающаяся рожица в темных очках. Ну да, командир, вы молодец. Захваченные вами корабли будут более чем полезны при штурме всех этих плавающих крепостей. Сэр, генсек Черденко на связи. Дайте связь, лейтенант, господа. Фельдмаршал Бингем, хочу выразить благодарность за содействие в заключении мира между нами. Благодарю, но это все заслуга нашего командира. Это же он отбил у японцев Гибралтар. Рад нашему знакомству, командир. Полагаю, вы вполне оценили боевые навыки Натальи. Она наш лучший боец. Да-да, для уничтожения плавающей крепости нам понадобится любая помощь, которую вы только сможете оказать. Мы учтем. Удачи, господа. Спасибо. Да, эта крепость торчит там в Северном море прямо как кость в горле. Но при поддержке флота и, конечно, советских сил, может быть, будет шанс. С Богом, командир.
Наша сможет подойти достаточно близко, чтобы уничтожить их. Получено дополнительное задание. Прощайте! Мерзкие катера слежения позволяют плавучей крепости атаковать далекие цели. Уничтожьте все катера врага. Вижу катер слежения. Он прячется за стационарным орудием. Ну прям как дети. Ждите здесь, я все сделаю. Первая энергостанция уничтожена. Спасаться! Диверсия в здании противника. Пора стремнуть. Будет сделано. Возвращаюсь домой. Еще одна энергостанция уничтожена. О, нет! Их слишком много! Приказ будет выполнен. Диверсия в здании. Разворачиваю самолет. О, да! Разворачиваю самолет. Поручите Наташе уничтожить корабль РЛН. Уничтожены все энергостанции. Цель – катер слежения. Цель уничтожена. Задание. Второй катер слежения под охраной. Надо быть осторожнее. Когда корабли РЛН будут уничтожены, наши МСЦ смогут подойти на дистанцию, необходимую для развертывания. Советские инженеры могут провести диверсии на энергостанциях, что снизит обороноспособность противника. Получено. Где вечеринка? Я тут. Снова на суше. Выполняем. Выхожу. Получено. В погоню. Дополнительное задание. Объект под огнем. Так точно. Сообщите инженеру, когда можно будет войти на энергостанцию. Захватите энергостанцию, командир. Обеспечьте советским инженерам свободный проход к энергостанциям. Сработало. Орудия отключили. Уже в пути. Я это заберу. Выхожу. И я мигом. Выполняю. Двигаюсь. Выхожу. И все, враг только один. Уже в пути. Выхожу. Под огнем. Так точно. Двигаюсь. Выполняю. Так точно. Без проблем. Думаю, это нам пригодится. Вас поняла. Сделаю. Так точно. И я мигом. Двигаюсь. Я мигом. Вас поняла. Уже захвачу вторую энергостанцию. Выполняю. В погоню. Двигаюсь. Сделаю. Я это заберу. Хорошо? Выполняю. Сделаю. Уже в пути. Выполняю. Выхожу. Несколько орудий отключено. Уже в пути. Вас поняла. И все, враг только один? По-моему, он устал. Это нужно Роди. Выхожу. Я это заберу. Сделаю. Двигаюсь. Дополнительное задание. Так точно. Легко. Путь к кораблю РЛН свободен. Теперь Таня может показать все, на что она способна. Вас поняла. И я мигом. Выполняю. И я мигом. Эй, ты, а ну стоять! Задание. Двигаюсь. Второй катер слежения затонул. Высылайте БМП. Это она! Плавающая крепость! Самый большой военный корабль в мире! Будьте осторожны, сэр. Он чрезвычайно опасен. Доступны новые области. Аналитики изучили схемы крепости и пришли к выводу, что энергии ее снабжают два реактора. Захватите их и используйте для уничтожения этой крепости. Вперед, ребята! Новые постройки. Получено новое задание. Идет строительство.
Что ж, командир, я получил распоряжение оказать вам поддержку. Мы с вами живем в тяжелые времена. Надеюсь, вместе мы сможем разбить противника. Прежде чем проводить подготовку сухопутных войск, нам нужно закрепиться на береговом плацдарме. Обнаружен противник. Строительство завершено. Доступны новые постройки. Идет строительство. Идет строительство. Идет строительство. Отмена. На помощь! Строительство завершено. Идет строительство. Пора освежиться. Идет строительство. Ну почему я, господи? Пора освежиться. Строительство завершено. Полет проходит нормально. Пора освежиться. Мы их подбили. Цель выбрана. Видим противника. Освежиться. Пора освежиться. Пора освежиться. Не думаю, что у вас хватит пороха выиграть этот бой. Лучше вам уйти, пока еще не поздно. Строительство завершено. Доступны новые постройки. Идет подготовка. Держитесь, ребята! Что? Получили? Строительство завершено. Не клевать носом на вахте! Отправьте инженеров на захват реакторов. Они повысят их мощность до такой степени, что они станут нестабильными. На союзника. Не клевать носом! Если одновременно дестабилизировать оба реактора, энергосистема крепости будет выведена из строя. Противник атакует сборочный центр. Не клевать носом на вахте! Идет ремонт. Идет подготовка. На базу напасть. Идет ремонт. Строительство. Не клевать носом на вахте! Идет строительство. Не клевать носом на вахте! Идет строительство. Строительство завершено. Идет строительство. Мы несем тяжелые потери. Командование в срочном порядке передает нам планы авианосца. Покончите с ними. Малый ход. Готовы к атаке. Постройка. Как мы смотримся? Захвачено. Эми ракетами. Огонь! Вывести из строя их технику. Рулевой, слышали приказ? Следуем новым курсом. Нефтяная вышка захвачена. Объект уничтожен. Идет подготовка. Не клевать носом на вахте! Объект.
базу на Пальму. Идет строительство. Готовы применить темпоральный заряд. Укажите место. Укажите место. Строительство завершено. Укажите цель. Идет ремонт. Обнаружена база противника. Усовершенствование выполнено. Идет строительство. Спасти машину! Готовьте этими ракетами! Ракетами! Огонь! Противник не устоит. Ракетометчик слушает. А вот так себе! Ракетометчик прибыл. Объект под огнем. Объект уничтожен. В чем дело, босс? Куда дальше? Эй, чувак! Ракетометчик слушает. Обнаружена база. Хорошо, идем! Готовы отработать по цели. Я так и знал! Раз и готово. Готовы применить темпоральный заряд. Готовы нанести точечный удар. Ракетометчик слушает, господа. Чем мы можем помочь, сэр? Обнаружена база противника. Давно не получал по мозгам? Здорово! На базу напали. Это мой участок. Они прямо у нас под носом! Классная лодка! Взять! Они прямо у нас они под носом! Они прямо у нас под носом! Они прямо у нас под носом! Ручки-то! Вот они! Они прямо у нас под носом! Так точно, сэр! Они прямо у нас под носом! 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 Страж к вашим услугам! Они прямо у нас под носом! Пора передохнуть, не так ли? Готовы к атаке! Они прямо у нас под носом! Я так и знал! Они прямо у нас под носом! Они прямо у нас под носом! Они прямо у нас под носом! Покажите цель. Куда идти? Они прямо у нас под носом! Выхожу. Они прямо у нас под носом! Идет ремонт. Выполняем. Я это заберу. Они прямо у нас под носом! И все, враг только один? Объект подогнем. Они прямо у нас под носом! Так точно. Укажите цель. Выполняем. Так точно. Обнаружена. Вас поняла. База противника. Сделаю. Окружай! Не высовываемся. Какие будут приказы? Я тут. Это все мое. Объект под огнем. Не дайте мне умереть! Идет подготовка. Врежем
Оформим как следует. На это мой участок. Напали. Йо! Куда дальше? Эй, чувак! Дано разрешение на усовершенствование в области авиации. Они будут уничтожены. На крошинах салат. Объект под огнем. Под огнем? На базу напали. Заряжаю. Я уничтожен. Ракетометчик прибыл. Поджарим их! Готов к драке, босс? Сделаем! В чем дело, босс? Объект под огнем. Готовы применить темпоральный заряд. На базу напали. Идет строительство. Идет подготовка. Приостановка. Отметка. Он мой! Окей, босс! Пора освежиться! Строительство завершено. Готовы нанести точечный удар. Объект под огнем. Пора освежиться! Обнаружена база противника. На базу напали. Объект уничтожен. Пора освежиться. На крошинах салат. Не высовываемся. Окей, босс. Пора освежиться. Строительство завершено. На союзника напали. Это мой участок. Строительство завершено. Пора освежиться. Развертывание невозможно. На базу напали. Идет строительство. Пора освежиться. Гляди в оба. Не высовываемся. Пора освежиться. Идет ремонт. Здесь слишком жарко. Пора освежиться. Они у меня на хвосте. Укажите пора цель. Пора освежиться. Давно не получал по мозгам? Классная норка. Я полетел. Я так и знал. Ну-ка, стой. Объект под огнем. Тише, ребята, командование на связи. По нам ведут огонь! Врежем им как следует! Готовы применить темпоральный заряд! Где вечеринка? Двигаюсь. Выполняю. Я хорошо плаваю. Объект уничтожен. Спасти машину! Вот что главное! Не на тех напали! Я полетел отсюда. Объект под огнем. Орудие наготове. Что? Получили? На базу напали. Приказывайте! Мне конец! К бою готово. Идет подготовка. Обнаружена база противника. Недостаточно средств. Я полетел готовы отсюда. Готовы применить переохлаждение. Не клевать носом на вахте! На прорыв! Вывести из строя их технику. Недостаточно средств.